Давайте мы сейчас вот совсем концерт откинем, да, и вы мне поможете в одном деле. Вы листочки получали, вот которые там, да, есть такие, с песенкой, вот, с текстом, да? Нет, не, это не мой буклет, а вот листочек отдельный, где написано «Владимир Муравьев». Давайте попробуем сделать одну песню вместе, люди. Вот прямо сейчас сразу выучим ее. Все же кругом талантливые, что ж там. Я не знаю, здесь ли Владимир Брониславович. Если он здесь, пусть для него это будет, ну, надеюсь, не огорчением, что ли. Я расскажу об этом человеке, и вы поймете, вот читая стихи, в чем там все дело. 28-го года рождения, учился в нашем пединституте, тогда это был Потемкинский, а потом стал наш Ленинский. Вот. В 49-м году угодил, значит, в лагерь. И вот текст, который написан в лагере. Для лагерной агитбригады. Значит, это «Потьминские лагеря», лирическая песня. Вот. А мы с Александром Кагарлицким проводили, значит, радио, передачу под названием «Стихи и песни», значит, из тюрьм и лагерей. И вот прямо на этом эфире я чуть не запел эти стихи, когда открыл. И почему-то не сделал этого раньше. Давайте порепетируем, слушайте. Вот, значит, там все очень просто. Давайте с припева начнем. Тональность вечно зеленая, ре минор. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова, не грусти. На повторе там немножко маленькая модификация. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова, не грусти. И, значит, там будет два квадратика этих самых проигрышных. Вот, а запев очень простой. Все слова печальные и дороги дальние, встречи, расставания на большом пути. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова, не грусти. Погромче. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова, не грусти. Ну, все успели, да? Все же просто. Ну. Давайте мы сегодня это посвятим Владимиру Брониславовичу Муравьеву. Вот. И я еще о нем хочу сказать вот такую вещь, что он, кроме там многих вещей хороших, он еще издал, по-моему, один из первых. Вот антологию, которая называется «Среди других имен», это Сидельцев из там Анны Баркова, там потрясающий совершенно венок сонетов Корсавина, вот, там и Даниил Андреев, там и Загряжский, там, ну, в общем, вот. И я из-за этой книжки узнал этого человека, а потом уже с ним чуть-чуть познакомился. И мне просто хочется ему в ответ поклониться, вот, я думаю, что не только, может быть, мне. Ну, чего, рискнем? Только вы пойте погромче, ладно, и не торопясь. Или еще порепетируем. Да чего нам уже репетировать, все уже готово. Значит, два раза там и... Все слова печальные и дороги дальние, встречи, расставания на большом пути. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова, не грусти. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова, не грусти. Не напишется так, как в сердце слышится, разве в письмах скажется, чем душа полна. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, будет наше счастье все сполна. Милая, наше счастье все сполна.
Все слова заветные, все слова приветные, ласковые, нежные, скажутся тогда. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова навсегда. Милая, хорошая, жизнь еще не прожита, встретимся мы снова навсегда. Спасибо всем!